На Алтае убрали пятую часть посевов зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпроизводители только приступают к сбору пшеницы. А зимы мы практически закончили. На сегодня у нас убрано чуть больше 70 тысяч яровой пшеницы. Чуть больше 70 тысяч. То есть сегодня еще говорить о том, как бы дальше складываться урожай там, или общевал, или еще что-нибудь сложное. Но то, что на сегодня урожайность выше, чем прошлый год, нас это радует. В прошлом сезоне, напомним, средняя урожайность пшеницы составила 15 центнеров с гектара. По словам Александра Лукьянова, в техническом плане уборочной компании ничего не мешает. У сельхозпредприятий достаточно комбайнов и косилок. Кроме того, фермерам начали выплачивать компенсации за горюче-смазочные материалы. На эти цели из федерального бюджета Алтайскому краю выделен 361 миллион рублей. Пока фермерам перечислили 50 миллионов. В дальнейшем переводы будут осуществлять дважды в неделю.